У нас финалисты в беге на 400 метров, а это действующий чемпион Европы Мартин Руни. 45.04, видите, он пробежал в полуфинале. И пока это лучший результат среди всех участников. Кевин Барле. Этот парень наделал шуму впервые в 2010 году на чемпионате Европы, когда в финале на последних 50 метров с пятого места перебрался на первое. Матео Гальван, новый рекордсмен Италии. В этом году он побил национальный рекорд 45-12. Лемарвин Бонавасия, Нидерланды, поддерживают его трибуны, конечно. Это новый рекордсмен их страны. И Павел Маслак, двукратный чемпион мира в помещении, двукратный чемпион Европы в помещении. Ну, посмотрим, как готов Павел сегодня, потому что мы знаем его основные успехи, конечно, в манеже. Любит он там бегать, и бегает очень быстро. И успехов добивается. И успехов там добивается. Много, да. Там вот все его 4 золота как раз оттуда привезены. Ну и посмотрим, как готов Павел Маслак в этом году. И сможет ли Мартин Руни защитить свое звание. Напомню, 45.04 он пробежал уже здесь, в Амстердаме. И это очень и очень высокий результат. Да, но пока еще скажу телезрителям, что тут вот и Джонатан Эдвардс восхищался прыжком Шпановича, и мы увидели этот прыжок, но результат-то нам, по-моему, так как следует не показали. 6.94. 6.94 она лидер. И 6.90 у нее было, по-моему, в квалификации, если я не ошибаюсь, да? Да. Итак, финал. Анна Амелька, Жанеджич, Руни, Барли, Кальван, Бонависия и Маслак. Да, но брат-то Барли один не попал в финал. Это сюрприз, я думаю, был с... Но они рассчитывали все-таки больше на Кевина. А Кевин в финале, и сейчас он очень и очень неплохо бежит, посмотрите, по пятой дорожке. Вот сейчас он и представитель Нидерландов, мне кажется, нет, Руни подтянулся, конечно, Руни подтянулся. Амелька там тоже где-то впереди. Итак, пока впереди Руни, но мы знаем, что Барли очень хорошо финиширует, а сейчас ничего не получается. Ничего не получается. И сможет Руни. И Маслак второй. Руни защитил свое звание 45-31. Маслак выигрывает серебряную медаль. И к радости местной публики их соотечественник становится бронзовым призером. Знаем мы вас, Мартин Руни. Показывает, что это вот он. Ну что, повторил свой...